Всем доброе утро. 4 октября, 7:30 утра, собираюсь на работу. Город Химки. Люди, вы видите на небе радугу? Вторую часть не вижу. Вторая часть уходит за облака. Сейчас я чуть-чуть приближу. Видите, радуга на небе? Я, честно говоря, офигела, когда это увидела. Сначала увидела вот в туче, в той стороне, что дождь надвигается. Через полчаса здесь будет дождь в Химках. Надо зонтик брать. С одной стороны туча, а с другой стороны солнце. На востоке восходит солнце с левой стороны, то есть с правой, на востоке. С запада надвигается дождь, тучи, прям стеной. Ну вот осталось буквально вот наш лес желтый, а там вот дальше, там уже дождь. Видите, какой лес красивый. Все, ребятушки, радуга исчезла, а потому что либо солнце зашло за тучку, либо тучи закрыли радугу. Все, хорошо, что я успела ее снять. Все, ребятушки, всем пока, надо одеваться и бежать на работу.